прошел первый день World Cyber Games, а вместе с ним первые игры турнира по World of Tanks. 16 лучших команд со всего мира провели две встречи из трех в рамках групповой стадии. В группе А, где поселились Россия, Украина, Беларусь и Канада, первой идет команда под желто-синим флагом. Для них все самое трудное позади. С Россией они сыграли в ничью и одолели Беларусь. Чтобы выйти из группы, им остается победить канадцев, а танки — это, прямо скажем, не хоккей. Эту сборную разбили со счетом 0-3 и белорусы, и россияне. Кому из них достанется вторая путевка в плей-офф, узнаем завтра. В группе «Б» лидируют поляки. Дорога к финалу для них точно останется открытой. Кто станет вторым счастливчиком? США и Тайвань решат этот вопрос лицом к лицу на поле боя. Точно ничего не изменится для Таиланда. Из группы им выйти уже не суждено. В группе «С» две победы одержали корейцы, но место в плей-офф им еще не гарантировано. Меньше всего шансов у Франции. На их счету ровно 0 очков. В группе «Д» вперед вышли немцы. Победа над китайцами и японцами гарантирует им выход в плей-офф. А вот британцам покинуть группу не суждено. Два поражения стали для них приговором, и завтрашний матч для них уже ничего не решает. Завтра с утра, после последних игр группового этапа, мы попрощаемся с половиной команд. Самый волнительный для нас матч, Россия против Беларуси, пройдет в 9:30 утра по Москве. Следите за трансляциями и новостями.